Здравствуйте, господа. Посмотрите канал Subrash Channel. Всем приятного просмотра. Зеркала тут неспроста. Надо правильно отразить эти лучи. Сработало. По крайней мере, первый клинок опустился. Есть. Осталось два. Думаешь, придется влезть на эту штуку? Но! Похоже, мне придется туда залезть. Залезу повыше. Может, оттуда лучше видно. Ты там поосторожней. Не. О, нет, нет, нет. Эй, только не свались. Ты меня понял? А внизу это казалось хорошей идеей. Здесь тоже отражатели. Хлоя! Да. Поправь другой отражатель. Сейчас. Молодец. И
И что теперь? Погоди. Уже совсем близко. Готово. Кажется, это лезвие открыло другой путь. Слева от тебя. Есть. Еще один клинок. Вниз не смотреть, не смотреть. И как теперь открыть этот глаз? Осталось поправить другой отражатель. Уже иду. Порядок. Готово. Я спускаюсь. Ты хочешь сказать, секрет Шамбалы в глотке у этого парня? Наверное. Я знаю, где это. Вот здесь. Видишь форму этой горы? Вот она. А значит, подставь спину. А значит... Вход в Шамбалу должен быть где-то здесь.
и нашли его. Нашли. Да. Мы нашли. Сюда! Черт! Момент испорчен. Отсюда есть только один выход. Готов? Готов. Надо вернуться ко входу. Это наш шанс. Надо уходить отсюда. Нельзя мешкать. Берегись!
чудно. Осторожно! Тебе придется! Свободен, пошли. О, черт. Где они? Вот я так и знала. Надо скорее уходить. Он ранен. Ничего, покажи. Что-нибудь придумаем. Ясно? Можешь встать? Наверное. Давай я помогу. Нет. Нет-нет, брось ее. Она разбита. Давай. Нейт. Порядок. Даша? Так, открывай дверь. Он не жилец, его надо оставить. Что? Нет! Открой дверь, Хлоя! Же всех убьют! Ладно, приятель, пошли. Тия! Давай, Нейт! Я прикрою! Так, надо выбираться, скорей!
Елена, запри дверь. Есть. Давай. Нейт, мы не можем. Иди уже. Вроде тихо. Вау, береги ее! Вот ты попал! Пронесло. Будет хорошо, Джек. Все хорошо. Не грей. Вот ты. Эй, сюда! Открой ворота. Осторожно! Елена! Все в порядке. Наладить со мной. Ох, а? Вот черт! Нормально. Можем спрыгнуть. Он нет. Он не сможет. У нас нет выбора. Не могу. Нейт. Давай, Джефф. Все. Ты пытался. Не вышло. Дальше тащить нет смысла. Не можем бросить его умирать. Он уже все равно не жилец. Не уйдем, погибнем вместе с ним. Так иди. Да, тебя никто не держит. Хлоя. Я же пыталась спасти твою шкуру, идиот. Вот так. Хлоя? Вот сюда. Что это значит? Прости. Бросайте пушки. Я не шучу. Уведите ее. Она ранена. Отведите к поезду. Глазам не верю. Ты не умеешь вовремя остановиться. В этом мы с тобой похожи. Не скажи. Так это... И есть ваш Дрейк. Ты нес его всю дорогу от храма? Жаль. Нет. Ну, расскажи, что ты нашел в храме. Именно то, что тебе нужно. Ясно? Я знаю, где камень. Но ты его не найдешь без меня. Так что отпусти ее, а я приведу тебя к камню. Ага, журналистка. Моя тень, идущая за мной по пятам. Будешь жить, если он не врет. Обыскать. Ну-ка. Ты гений, приятель. Похоже, теперь тебе нечего предложить мне, Дрейк.
Возвращайтесь к поезду, готовьтесь выдвигаться. Ты за мной. Ты убей их. Не вопрос. Как ты можешь работать на этого зверя? Лучше быть его другом, чем врагом. Что, убьешь нас, а? Просто хладнокровно пристрелишь. Сам ты как думаешь? Вставай! Вставай, говорю! Бежим! Сядь! Сюда! Давай! Ах ты, ублюдок! Далеко не уйдем! Ты как? Да! Вперед, вперед! Они как то близко, Дэй! Цела? Да, я в порядке. А ты? Жить буду. Ладно. Все, тихо. Думаю, оторвались. Не стоило тебя впутывать. Я сама. Я сама в это ввязалась. Ну, в смысле, ты же поняла меня. Мы знали, на что идем. Ладно, так. Что будем делать? Я пойду за ней. Ха, кто б сомневался. Пойдешь. Флинн говорил про какой-то поезд. Значит, ее могли увезти в депо. Сюда. Пройду там, мимо водокачки. Нейт, она держала нас на мушке. Я знаю. Она бы и курок спустила. Просто ее опередили. Это сложно. Ну, конечно. Флинн знал, что она была со мной. Если Лазаревич поймет, что она предала, ты знаешь, что будет. Да, это я хорошо представляю. Тогда ты понимаешь, что выбора у меня нет. Бандитский кодекс чести, а? Вроде того. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Полагаюсь на авось. Ты ни капельки не изменился. Ладно, пойдем. Что? О, нет, нет, нет. Ты со мной не пойдешь. Нейт, заткнись. Ясно? Упустим твой поезд. Вот это вот, пошли. Я за тобой. Бегом! Убить их! Жди здесь. Осторожно, они повсюду. Я осторожен. Мне нужна пушка. Нашли что-нибудь? Пока ничего. Что-нибудь нашли? Тут пусто! Другое дело. Вот.
Куда? Путь свободен. Теперь водонапорная башня. Надо забраться наверх. Ты поражена? Я их всех победил. Я бы выразилась немного иначе. Видишь? Там пожарная лестница, но я не достану. Ладно, подожди секунду. Когда залезешь, столкни ее вниз. Вот так. Эй, смотри, что я нашла. Вот так. В чем дело? Заперто? Черт, заклинило. Она чем-то приперта с другой стороны. Ладно, поищу обходной путь. И открою ее. Это мысль. Очень смешно. Я в этом церкви клоун, но в клетке сидишь ты. Эй, ну что там с дверью? Открой перед дамой дверь. Назад. Почти. Ну, теперь попробуй. Порядок. Теперь я поражена. О, нет. Эй, у нас гости. Черт. Они вон там, слева. Там, справа. Справа, они повсюду. Дорого.
Не. Кажется, это все. О, нет. Никак не отвяжется. Справа они повсюду. Кажется, это все. О, нет. Осторожно, сзади! Никак не отвяжется. Давай. Я прикрою тебя оттуда! О, нет! Справа они повсюду. Кажется, это все. О, нет. Сзади. Никак не отвяжется. Давай. Вот тебе! Наступаем! Поехали.
Неплохо для прошлогодней модели. Давно об этом мечтала. Вот и водонапорная башня. Есть, получилось. Не высовывайся. У тебя есть запасной план? Сейчас придумаю. Вон Хлоя. Флинн с ней. Передумал? Нет. Так, они вот-вот отправятся, надо торопиться. Я пойду туда один. Нейт! Стоп, послушай меня. А ты пока пойдешь вон туда и уведешь один из этих... Внедорожников. Mm. Обеспечишь транспорт, я проберусь туда, схвачу Хлою, а ты заберешь нас. На угнанной машине. Да, на ней. Да, поняла. А ты? Я понял. Марш! Порядок? Оу. Да. Так, осторожно. Ладно. Увидимся, когда... Ну, когда увидимся. Люблю запах железнодорожных путей. Надо подняться, посмотреть сверху. Это поезд. Ну и как мне туда спуститься? Должен же быть выход. Я заведу эту колымагу.
еще поезд! Угощайтесь. Спасайся, кто может. Лето, где ты? У тебя есть? Да, на абордаж. Что? Я запрыгну на этот поезд. Ты рехнулся? Подвези к поезду, я прыгну. А зачем только спрашивала? Делай, что говорю! Ну, и как ты собираешься выбираться оттуда? Соображу по обстоятельствам. Ну, конечно. Поехали. Ага. Еще чуть-чуть. Уже почти. Просто. Давай! Прыгай! Ну так, друзья, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.